Завершается наше путешествие по очень интересной стране Чили. Сейчас мы находимся в самой южной точке. Достичь этой точки может не каждый путешественник, но мы с нашей компанией Combat Tours смогли пропутешествовать по всей стране Чили. Что мне понравилось? Если говорить о групповом путешествии, то мне, конечно, понравились люди. И надо говорить о том, что в нашем возрасте, уже взрослом, очень трудно подружиться за 1-2 дня с новыми людьми там, в составе 20-25 человек. То, что было доступно в детстве, в лагере, когда мы там все могли сдружиться мгновенно, то, конечно, взрослые люди не так легко идут на контакт. Но благодаря организаторам тура мы смогли друг друга очень хорошо узнать, подружиться искренне и вместе проехать это интересное путешествие. Из путешествия мне, конечно, больше всего нравится природа. И чем необычнее природа, тем ярче эмоции. Этот контраст между пустыней Атакама и горами и ледниками, и все это за одно путешествие, создает такое ощущение, что программа очень насыщенная, очень длинное путешествие, хотя мы были всего неделю вместе. Благодарю за этот тур, благодарю организаторов. Большое спасибо.